下面进行武术散打男子七十公斤级半决赛第二场比赛。Мы очень серьезно готовились к этим соревнованиям. Мы два раза в день, так как ощущается престижный турнир, приходится готовиться к нему очень серьезно. Очень серьезные соперники здесь. А сколько времени, что месяца готовились к этому? Я к этим соревнованиям, можно сказать, я начал с самого детства, как пришел в спорт, после этого начал заниматься и готовиться ко всем соревнованиям. И к этим тоже, и к следующим, и дальнейшим. Ну, мы отрабатываем бросковую технику на тренировках. И вот с помощью этого мы подработаем вот так. Как вы считаете? Площадки. Площадка, организация очень хорошая, на высшем уровне. Видно, что высокий уровень здесь в развитии Китая, это санда. Ну, очень понравилось. Хорошо. Нет, впервые я выехал сюда, на эти соревнования я выехал впервые в Китай, в Пекин. А, вы любите здесь? А? Да. Спасибо.